кубики буду бросать ровно 6 раз для того, чтобы получить 6 заданий на следующую неделю. Красный кубик у нас отвечает за номер процесса, синий кубик отвечает за количество заданий на этом процессе. Ну что ж, первый бросок этого года. 1,90. 10,30. 8,20. 8,20. 1,30. 5,60. А теперь соберем всю информацию в кучу, что же у нас запланировано на 10-ю неделю. Вязать мы будем 120 рядов на жилете и будем очень много вышивать. 400 крестиков на рапсе, 300 крестиков на котике и 600 крестиков на асизе. Котик, кстати, впервые у нас участвует в игре. Привет! Ты выздоровел, а? Шкет мой, выздоровел? Мой кисюлечка похудел, пока болел 3 недели. Мой котик. Посмотри на меня, посмотри. Ну, мой котик любимый. Ты мой сладкий. Честно говоря, все эти задания я должна была выполнить еще на прошлой неделе, но так как прошлая неделя была насыщена работой, была дикая усталость, я ни разу ничего не связала, ни разу не отшила ни одного крестика, все эти задания плавненько перешли на вот эту неделю. Сегодня у нас первый день, и начну я с вязания. Вязать буду, продолжать вязать буду вот этот жилетик. У меня здесь ничего не продвинулось с того последнего момента, который я снимала на той неделе, когда выпадал жилетик. Здесь у меня было отвязано, насколько я помню, 11 рядов. И все, и работа была отложена. Поэтому сегодня будем продолжать. Вот не догадайтесь, что я сейчас собираюсь делать. Провязав вот до такой части в спиночке, вот, не буду даже считать, сколько рядов, я вдруг поняла, что взяла слишком маленький крючок, вязание очень-очень плотное, и жилетка мне мала, она будет маленькая, я ее примерила вот так кусочек, прикинула на себя и поняла, что она, ну, она будет не мала, она будет короткой, а мне хотелось бы, чтобы она была подлиннее. И что делать? Бросаю я этот кусочек. Хотела сначала постирать его, посмотреть, может быть, после стирки растянется, но не стала стирать. Оставляю я этот кусочек и буду начинать новый. Возьму новый моточек. Начну вязать крючком на размер побольше. Вот хотела же я сначала этим крючочком вязать. Не знаю, что меня вдруг перебила, что я взяла на один размер меньше, и вот так вот у меня получилось. Вот сейчас наберу 61 воздушную петлю и начну вязать заново. А это не стала распускать, буду прикладывать и смотреть, насколько больше будет изделие, если его вязать крючком на один размер побольше. На самом деле прошло уже где-то дня 3 или 4 с последнего моего подключения. И я вам уже могу показать, что у меня на данный момент навязано. Показываю вам вот такое большое полотно. Здесь у меня отвязано 57 ряд у меня здесь вяжется. Осталось от первого моточка, от одного моточка 100-граммового, остался вот такой вот небольшой кусочек ниточки. Буду начинать второй моточек. Котик у нас тут балуется. Я не стала распускать вот эту часть жилетки.
для того, чтобы наглядно можно было увидеть, насколько поменялся размер жилета из-за смены крючка. Крючок у меня поменялся на один размер. То есть до этого я вязала двоечкой, вот таким крючочком. И сейчас я вяжу троечкой. И вот смотрите, если вот так приложить, вот так примерно, мы увидим разницу в пройме. Здесь где-то 2-2,5 сантиметра. Ну, здесь у нас разница побольше, потому что я тут немножечко прибавила. В кубиках задания было 120 рядов. И я бы их, конечно же, уже к этому моменту выполнила бы, но я делала перерыв, отлаживала вязание жилетки, потому что приехала мама и появилась возможность сделать замеры Хейварда, который я для нее вяжу, и немножечко его продвинуть. Давайте посмотрим, как же на данный момент выглядит Хейвард. Хотя, да, не было заданий никаких по Хейварду на этой неделе, но это, можно сказать, форс-мажорные обстоятельства, то, что мама приезжает нечасто. Этим моментом нужно было воспользоваться для того, чтобы сделать мерки и знать, стоит ли продвигать дальше или, возможно, что-то нужно будет распустить и переделать. Но, к счастью, ничего распускать и переделывать не нужно было. Он был слегка недовязан. Вот где-то примерно вот эта вот часть мне пришлось довязать, пока у меня гостила мама, для того, чтобы сомкнуть в круг тело и сделать примерку. Вернее, сделать примерку для того, чтобы можно было смело рассчитать подрезы и сомкнуть в круг для дальнейшего вывязывания тела. Очень сложно показать, когда здесь столько много спиц и лески. Ну вот, я думаю, так немножечко попонятнее и получше. Вот так выглядит Хейвард. Здесь уже идут темно-розовые полосочки. Скоро у нас появится красный цвет в работе. Вот, смотрите, линия регланная у меня получилась 33 сантиметра. Подрезы я здесь делала. 15 петель набирала с одной стороны, 15 петель с другой стороны. И получается у меня здесь 15 петель и плюс 79 по кругу рукава. Здесь то же самое. Тут я не считала по телу, сколько у меня петель набрано. Их здесь много, просто не хотела терять время. Я, конечно же, все-таки на каком-то этапе это сделаю, посчитаю, потому что я не собираюсь дальше убавлять. Это будет все вязаться прямым полотном без всяких убавок до нужной длины Хейварда. Ну вот, наконец-то мы добрались до заданий, в которых нам нужно будет повышивать. Это у нас Ассизи, и здесь нужно будет отшить 600 крестиков. Я сейчас запечатлю, как она выглядит перед тем, как я приступлю к заданию. Вот смотрите. Буду продолжать вышивать вот здесь сверху вот такую вот окантовочку в три клеточки по всему периметру. Закончила я отшивать вот эту полосочку из трех клеточек. Сейчас буду переходить на очень широкую полосочку. Она будет, если я не ошибаюсь, где-то 16 клеточек. Достаточно широкой такой будет. На данный момент у меня отшито 270 крестиков, а мне нужно отшить 600. Сейчас достаю ниточки, ищу нужного цвета пасмочку и продолжу выполнять задание. В итоге у меня отшилось 614 крестиков, и я думаю, пора заканчивать, потому что ждут следующие задания по очереди. Следующим заданием у нас будет или котик, или рапс. Наверное, об этом я подумаю завтра. Сегодня уже 22:18. Вот на чем мы остановились в прошлый раз. И здесь у нас должно при хорошем раскладе появиться 400 крестиков. Пора заканчивать и с этим заданием. Смотрите, какой букетик здесь расцвел. Заполнила здесь все пробелы, которые были.
И вот сюда наверх пошла желтыми ниточками, всякими оттеночками коричневыми. Вот сюда до самого верха. И все, задание выполнено. Можно отложить эту работу до следующего раза. А завтра уже тогда будем отшивать котика. Котика вы еще не видели ни разу, поэтому через секундочку будем знакомиться с этой работой. А я буду вспоминать, что же это за котик такой. Не сразу я нашла котика, потому что, откровенно говоря, давненько я эту работу не отшивала. По-моему, даже один-единственный день я поразбирала этот набор. Это очень простой набор из фикс-прайса. Приглянулся мне чем-то котик, и мне захотелось его купить и отшить. Но в фотографии нет этого котика, есть только рисунок на самой канве. Вот такие обозначения самые простые. Вот такой моток ниток здесь был в этом наборе, вот именно в таком виде, в каком он сейчас лежит. В таком виде и был он. Ничего здесь не было распределено. Оказывается, я здесь отшила всего лишь навсего черные зрачки на глазках. И все. Наверное, тут... А, нет, вот еще белые цветы тут отшивала. Ну, в общем, надо еще разбираться, что я тут уже отшила, а что тут осталось отшивать. Вот, отошьем завтра на котике 300 крестиков. И буду монтировать эту рукодельную недельку. Наконец-то я выполнила это задание. Здесь ровно 300 крестиков отшито. Вышивала светлыми ниточками. Бежевый и такой вот серенький цвет на мордашке у котенка. Ну и на этом я откладываю работу. Надеюсь, не так надолго, насколько она была отложена в прошлый раз. Надеюсь, что мы с ней еще увидимся.